с того момента, как до Сарова дошла коронавирусная паника, люди регулярно стали атаковать нас вопросами, где в Сарове можно купить маски, санитайзеры и прочие средства индивидуальной защиты. Также к нам постоянно поступают сообщения, что все это везде закончилось и уже нигде это все не купишь. Мы сейчас проверим для вас тот тезис, что все везде закончилось, проедемся по аптекам и попробуем купить медицинские маски, санитайзеры и прочие средства защиты. Здравствуйте, у вас есть продажи медицинские маски? Медицинской маски пока в наличии нету. А что-то на замену сможете нам предложить? Если честно, я пока вам ничего не смогу предложить. А вот что насчет санитайзеров тоже? Вот люди часто спрашивают. Ну, мы ждем привоза. Сейчас санитайзеров у вас пока что нету, пока, да? В наличии нету. Ну, ждем тоже поставок. А что насчет марли? Вот нам сообщал наш санитарный врач городской, что можно использовать. Делают чего-то, да, из марли. Маски. А марли у вас есть? Марли, да, в наличии есть, вата есть. Можете сами шить, марлю взять, бинты. А что насчет санитайзеров? У вас они в наличии есть? У нас есть антисептические повязки, салфетки у нас есть такие, бактерицидные салфетки. Гелик нет, к сожалению. Может быть, что-то еще можете порекомендовать нашим гражданам для защиты от коронавируса? Витамины, промывать нос. Пожалуйста. А спасибо. Масок нет, да? Нет, они же китайские были. Медицинских масок пока что нет. В аптеках Сарова имеется в большом количестве марля. Предлагаем покупателям отшивать маски, либо повязочки специальные, к которым просто пришить по веревочке. Да, хорошо. А вот что насчет санитайзеров? Они у вас есть? В данный момент наличие раствора асептолина, антисептическое, с большой концентрацией спирта. Может быть, что-то еще порекомендуете нашим гражданам для защиты от коронавируса? Часто мыть руки. Стараться не посещать в данный момент большое скопление народа. В этой аптеке с нами, к сожалению, отказались разговаривать, но мы выяснили, что масок у них нет. Мы сейчас быстренько проехались по 4 городским аптекам, и ни в одной из них мы медицинских масок действительно не нашли, но везде достаточно подкованные продавцы, ну, я имею в виду те аптеки, где с нами поговорили, они все предлагают, в общем-то, разные полезные штуки. Ребят, покупаем просто марлю и делаем сами, это реально не так сложно, как могло бы показаться. А насчет санитайзеров, ну, вот какие-то антисептики все-таки есть, поэтому, в принципе-то, мы к коронавирусу готовы. А те саровчане, которые скупили все маски в наших аптеках коронавирусу, готовы лучше всех.